Друзья, всем огромный привет. Всем привет. Поздравляем всех с Новым годом, потому что этот ролик у нас уже выйдет в новом году. Для вас он уже вышел. У нас сегодня наконец-то пошел снег перед самым Новым годом. Новый год у нас уже на носу. И это, можно сказать, подарок от Деда Мороза на Новый год. Потому что до этого у нас стояла плюсовая температура. Половина снега растаяла. А сегодня нас заметает.
Тесто для хлебушка постояло 40 минут. Подошло. Сейчас мы его немного обомнем. Придадим ему форму. И будем укладывать формы для расстойки хлеба. В форму добавим муки.
Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому Новый год надо встречать в чистоте. Сегодня у нас идет небольшая генеральная уборка. Забиваем половики свежести. Дядя, нормально все по длине? Да, все нормально. Свежие еловые ветки. Ароматные. Те у нас уже давно не пахли. Запах у елки, он где-то, наверное, дня 2-3. Там уже пропадает. Пока печка прогорает, Катя решила сделать нарядную новогоднюю корзинку из еловых веток. Ну, а еще там будут мандаринки, гранат положим, конфеты. Это вот все, что лежит на столе. Лимон тоже туда? Можно положить, пока не использовали. Красиво. Веточки уложим, чтобы они были пышненько, пространство закрывали. Мы уже перед самым праздником на свежей ветке решили еще повесить игрушки. Гирляндам кошка у нас
вроде бы не лезет. Мы ее отучили. Она так-то покушалась на них лампочки грызть. Угу. Но сейчас нормально не подходит. А вот игрушки для нее это более лакомая такая игрушка. Есть. Так что посмотрим. Может, не уронит. Хороший секатор. Острый такой, веточки вообще. Главное, палец не подставлять. Хлебушек растет, поднимается. Бочка ржаного, пшеничного. Дрова у нас прогорели, остались одни угли. Угли сгребаем за гнету. Сейчас в первую очередь будем ставить вариться овощи. Следом за ними поставим хлеб и в последнюю очередь уже мясо, чтобы оно у нас не закипело. И мясо у нас будет томиться до самого утра. Так, и в угли сейчас закинем свеклу. Катя, давай свеклу. Колка у нас такая большая, но я думаю, пропекется. Подольше подержать. Просто. Так, кинул на угли, одна выкатилась. Там все хорошо по жару, сейчас уже можно ставить овощи сразу же. И за ними потом хлебушек поставим. Угу. Хлеб уже хорошо поднялся. Снова будет против него готовить.
Из мяса у нас уголки. Будем их отваривать. Они пойдут на нарезку, на салаты. Отварим 2 штучки, нам хватит. И еще один деликатес — свиной язык. Он пойдет на нарезку. Посолим. Добавим перчика. Лавровый листик. Ставим хлебушек. Каждый год 30 декабря вечером мы с Катей начинаем готовиться к Новому году. Наряжаем то, что еще не нарядили. Сегодня мы обновили ветки у нашей елки. Катя разваривает овощи, мясо для нарезки, для салатов, и также печет домашний хлеб. Мы обязательно протапливаем русскую печь, чтобы все в ней хорошо пропеклось, протомилось, разварилось. Завтра еще будем топить русскую печь. А завтра днем Катя, уже не торопясь, начнет накрывать праздничный стол. Я управлюсь, тоже всех накормлю, собак прогуляю. И ближе к вечеру будем садиться за стол и встречать Новый год. Хлебушек пора доставать, подрумянился. Аромат, друзья, непередаваемый, свежая выпечка. Проверим. Пропекся. Корочка получилась хорошая. И этот тоже пропекся. Место в печи освободилось. Сейчас ставим мясо. Сразу же его ставим подальше в печку. Сюда вот. И достаем овощи. Морковка сварилась.
Картошка тоже. Вон по ней даже видно. Угу. Раскрылась. И снизу тоже, значит. Здесь не дает, нужно вытаскивать. Упаковка мягкая. Ну, вот тут уже некоторая картошка прям раскрошилась уже. Можно вытащить все. Я думаю, что и свеколку тоже уже можно доставать. Сейчас проверим ее. Так, куда побежала? Так, давай, Катя, смотри. Да, о, хорошо, да? Сквозь, да. Все, все эту забираешь, вторую достану. Чашечку. Мягонькая, вообще хорошо. Мне, кстати, запеченная больше нравится свекла, чем вареная. Она и полезней. Угу. Я просто переживал то, что она у нас крупная в этот раз. Мы обычно среднюю такую, либо помельче берем. Это тоже. У нее такой слой. Крупную свеклу либо картошку использовать для печенок плохо тем, что снаружи она может уже сгореть, а внутри еще не приготовится. Поэтому лучше брать средние корнеплоды. Ну, здесь у нас вроде все нормально получилось. Да. Там вот Катя, когда, правда, ее вилкой протыкала, чувствовала, что корка нагорела у нее. Вот у этой, да. А вот этой вот. Это как хорошо по маслу зашла. Угу. Ну, там зато внутри она будет очень мягкая. На салат под шубой точно хватит. Конечно. Да, она внутри очень мягкая. Мяско парит. Хорошо. Проварилось. Разваливается. Опять тушенку сварили. Угу. Ароматище какое. Грозите, грозите, а мне не страшно.
На горячее у нас будет тетерев с курагой и черносливом. А на гарнир сделаем картошку. Все хорошо промажем. Поставим мариноваться. Для салатов нужно сделать майонеза побольше. Наливаем маслице. Из салатов у меня будет селедка под шубой, оливье и гнездо перепелки. Взбиваем 2 яйца. Посолим. Добавим перчика. Горчички. 2 ложечки.
Балам! Салат оливье я сделала. Сейчас буду начинать делать селедку под шубой. Это два главных салата на новогоднем столе. Начнем с картошки. Как обычно, всегда делаю подложку из картошки. Потом буду выкладывать саму селедку и лук. Выкладываем картошку. Распределим, немного примем.
Накрываем салатик шубкой из свеклы. Так попалась одна бордовая свекла, а другая розовая внутри. Сорта разные. Селедку под шубой я уже приготовила. Остается приготовить последний салат. Называется он «Гнездо перепелки». Буду делать его порционно. Сейчас нарезаем курочку. Разделываем ее по волокнам. Салат будет состоять из двух видов мяса. Курочки и свинины. Курочка у нас уже готова. Осталось последний кусочек разделать. Раскладываем по тарелочкам. Мясо уложили. Берем соленый огурчик и будем нарезать кубиками. Даже немножко не верится, друзья, что этот год уже подходит к концу. Остались считанные часы, а если быть точнее, чуть меньше 7 часов. Mm-hmm. Сейчас у нас время около 6, где-то, наверное, 5:30. Так у нас уже почти все готово. Салаты Катя настрогала, я сейчас немножко помогаю. Остается потом запечь горячие. И нарезку сделать. Бутербродики, нарезка, все тут накрыть красиво. И можно будет садиться за стол. Но садиться будем уже, наверное, где-нибудь часиков 9-10, mm-hmm. вот так вот. Печку мы еще не растопили русскую. Там еще сколько печка будет прогорать. До готовности ей надо где-то 2 часа. Потом уже можно будет ставить туда горячее наше. У нас сегодня из горячего это Тетерев. И наша домашняя колбаса, которую мы готовили. Еще не пробовали. То есть вот это сегодня будем первую партию ставить. На пробу. Я думаю, что будет вкусно. Я вам достал. Сейчас она размораживается, отходит. Попробуем. Сегодня будем пробу снимать. Но стол у нас, как всегда, вроде всего понемножку, по чуть-чуть, того другого попробовать. Все основные блюда праздничные, новогодние. А стол набирается. Опять полный будет, да. Всего по чуть-чуть попробуем. Будем есть несколько дней новогодние блюда. Также для приготовления салата «Гнездо перепелки» нам потребуется гранат. Нужно его очистить.
И последний ингредиент для салата – жареный соломкой картофель. Еще красиво украсим яичками. Дрова в печи прогорели, но пока еще остались хорошие угли. Вот еще головешка. Я думаю, минут через 30, может через 40, можно уже будет ставить тетерево и туда же отправлять колбасу. Головешка горит, видимо, сучок какой-то был. Опять за черти ты. Опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной, и дела зимы иной. Но нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь. Катя маринует картошечку для тетерева. Я еще замочил чернослив и курагу. Посолим. Немного перца. Маслица. Нужно хорошо печи жар уже хороший, выровнялся. Можно ставить наше горячее блюдо. Единственное, перед тем, как ставить, проткнем колбасу зубочисткой, чтобы она у нас не надулась и не лопнула.
Так, ну будет достаточно. Первым ставим тетерево. Все, горячее поставили. Это значит, что скоро уже будем садиться за стол. В течение часа. Начнет выпытывать купе курящие про мое прошлое и настоящее. Представляете, я просыпаюсь в своей квартире, в своей постели. Вдруг меня из чайников поливает какая-то жизнь. А я говорю, выкатывайтесь отсюда. Аромат кураги и чернослива. Давайте посмотрим, что там у нас. О, Катя, смотри. Угу. Красота. Так красиво какая. Зажарилась. Что, думаешь, все, она готова? Я думаю, что, наверное, все можно. Давай этой шпажкой проверим. Убирать. Так, сейчас еще тетерево достану. Угли сразу. Вот. Тоже уже приготовился, я думаю. Картошечка зарумянилась. Все как положено. До наступления нового 2024 года остаются считанные минуты. Мы сейчас с Катей сидели, вспоминали уходящий 2023 год, как он быстро пролетел и сколько всего мы успели сделать за этот год. А сделать мы успели немало. В этом году у нас была стройка, мы подняли дом, сделали фундамент для будущей бани, вырастили бычков, взяли еще одних, вырастили поросят, собрали урожай в огороде. И много-много всего другого. В новом 2024 году мы вам хотим пожелать, чтобы у вас было больше поводов для радости, для улыбок. И самое главное, чтобы было крепкое здоровье у вас и у ваших близких. С Новым годом, друзья! С новым счастьем!
Ура! Ура, друзья! С Новым годом! Сейчас можно погреметь немного ложками. Катя целый день готовила. Начиная со вчерашнего вечера. Блюдо, как всегда, отменное. Салатик очень вкусный. У нас, кстати, получилось много мяса в этом году. И разного. Тетерев, отварной язык, отварной карбонат, холодец, колбаса домашняя, в салатах мясо. В этом аж два вида. Я думаю, что многим, да и нам самим, интересно, какая у нас получилась колбаса. Давайте сейчас с нее снимем пробу. Так, тут уже можно перерезать веревочки. Да, мне вот интересно. Какая она на вкус. Так, держи, Катя, тебе кусочек. Спасибо. И мне кусочек. Вкусно. Еще горчички. Но если сравнивать с магазинной колбасой, то это совсем другое. То есть тут даже сравнить не получится. Ну и магазинная колбаса, она, конечно, не в печке запекается. То есть у нас приготовление ее немножко отличается. Но по вкусу 5 из 5. Ну или да. 10 из 10. Она такая, как купат. На вкус. С горчичкой вообще красота. Можно будет поэкспериментировать. Сделать какие-нибудь другие специи. Или даже закоптить. Угу. Коптилку мы уже заказали. Скоро должна прийти. Будем коптить грудинку. И можно будет закоптить колбасу.